Первую в истории больницы тройню выписали сегодня в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Учреждение начало свою работу в этом году. Трое малышей появились в семье Сорокиных. У Ивана и Елены уже есть дочь Арина, ей 2,5 года. Пара хотела завести второго ребенка, а теперь детей в семье четверо. Ирина, Алина и Даниил родились 17 декабря. Семья до сих пор приходит в себя после такого тройного счастья. Когда жена позвонила вся в слезах и сказала, срочно приезжайте к нам, я схватил старшенькую свою дочку, мы приехали, и она показала анализ УЗИ, что там показала тройня. Ну, мы, конечно, в шоке были. Самое первое – это, конечно, страх. Страшно все-таки, как это, во-первых, и беременность страшная, и потом как это будет. Потому что как-то поговорили с мужем, осознали, что все-таки трое – это здорово, а четверо – так это вообще замечательно. Врачи говорят, что роды прошли спокойно. Сегодня семье Сорокиных на выписке вручили сертификаты на материнский капитал – федеральный и региональный. Добавим, что сейчас в крае проживает около 28 тысяч многодетных семей. А рождение тройни, по словам акушеров, большая редкость.